62-летний гардемарин Дмитрий Харатьян посетил премьеру фильма «Звезды мне укажут путь» с 24-летним сыном Иваном. Иван родился в браке Харатьяна с мисс Тирасполь 1988 Мариной Бойко. После 7 класса родители отправили его на Мальту, где парень закончил школу, но оставаться за границей не стал и вернулся в Россию. Сейчас он учится в ВГИКе на режиссерском факультете и вместе с отцом работает в составе съемочной группы над очередным продолжением «Гардемаринов». «Молодой гардемарин», – пишут подписчики и отмечают, что Иван похож на своего отца и даже прическу позаимствовал у знаменитого родителя.